Здравствуйте, друзья! Сегодня я собираюсь написать картину «Морская волна». Для этого у меня бумага Арчис, хлопковая бумага, размер 11 на 15 инч. Краски у меня акварельные краски Дэниел Смит. Кисть у меня Да Винчи, большой размер, 30 размер. И также есть у меня кисть поменьше, Принстон Непчун и Ригер первого размера. Вот этими инструментами я сегодня попытаюсь написать с вашим участием «Морскую волну». Буду писать мокрым по мокрым, поэтому в первую очередь я должен намочить бумагу хорошенько. Я плохо промыл кисть, оказывается. Вот видите, такие набрались разные соринки. Я когда наблюдал за художниками, которые пишут, и у них такие вот набираются соринки, думал, откуда это у них такая пыль? Так, оказывается, от того, когда кисть долго простоялась, в нее оседает пыль, а потом уже при нанесении он начинает пачкать. Итак, все. Пока. До свидания.